императора Гейла. Правда, изучать ландшафт подробнее любопытный марсоход отправится только через несколько дней. Сначала наладит работу многочисленных камер и перепроверит все приборы. Напомню, марсоход достиг Красной планеты накануне около 9 утра по московскому времени. В полете он провел 8 месяцев, а стоимость проекта была поистине космической – $2,5 миллиарда. Жительница Камчатки на себе узнала.